Дима Хутор ELS 2000 P. Цепная, электрическая. Сейчас распакуем. Вот так внутри выглядит. Все это упаковано таким образом. Ключик. Сама пила. Шина и цепь. 16 дюймов шина, цепь такая же должна примерно быть по размеру. Так, дел шину. Шина, здесь вот такой винтик есть. Эта штука, она подвижная. Поэтому может в любой момент отвалиться и выдевать только вот в таком положении. Пришлось немножко подкрутить, чтобы шина встала, цепь более-менее хотя бы как-то натянулась. Вот так она устанавливается. Зубцы, вот эти заточенные вперед, вот эти остренькие, которые отвечают за глубину пропила, они скошенным краем вперед должны быть, судя по инструкции. Проверим. Все время забываю, как должна правильно ставиться цепь. По всей вероятности правильно установлю. Все, поставить крышку. Немного подтянул, чтобы не прогибалось. Чтобы было более-менее жестко перед установкой крышки. Здесь вот на этот маленький винтик. Поставил, подтянул, но не сильно. Можно ослабить чутка. Теперь надо натяжение цепи отрегулировать, чтобы он на 5 мм вверх поднимался. Ну вот это много. Сейчас буду подтягивать. Развести на этот винтик. Вот, типа такого. 5 мм. Типа такого, я думаю. Пробуем с масла залить. Вроде тут оно ходит. Прижать относительно тугловато, конечно, ходит. Какое масло для цепи будем использовать? Цепное масло адгезионное. Почему именно такое, а не отработку всякую лить? Потому что этим маслом смазывается редуктор пилы, а он, соответственно, нежный и плохую смазку не любит, тем более отработанную. Ну, вот будем такое лить. Пилю я немного, поэтому мне этой банки достаточно долго хватит. Так, залил масло. Совсем чуть-чуть. Такой удлинитель. То, что сильно вилкой мы используем для пилы. Испытываем. А что-то масло не идет. Все правильно сделали, все правильно сделали, залили. Так у нас стопор. Мы не включим. Так мы включим. Здесь вот отверстие есть, вот тут, через которое поступает масло. Его надо сразу немножко пошурудить, почистить, иначе масло не пойдет на цепь. Узкое место. Вроде масло пошло.
ночь отпилил яблоню, там ее не видно, и вон отфигарил грушу этой пилой. Вот часть веток. И вот такая гора еще веток. Такие вот пеньки все этой пилой, хутор отпилил, во, макушку всю срезал. 4 часа непрерывной работы, только успевал заливать масло. Вот она поработала. Ну, цепь, мне кажется, немножко подзатупилась, потому что у меня тут и попадались и камни, и все, что только можно. Масло в редукторе. Сколько там мыла, кстати, осталось. И смазки цепи. Непонятно, сколько его там. Вроде как еще есть, я тут подливал. Почти полный бачок, так-то экономично расходуется. Вот поработала она у меня. Короче, прекратил я распил по одной причине. По той причине, что, в общем, с проводом дико неудобно по деревьям лазить. Он постоянно отключается, выпадает. В общем, у меня произошел вот такой казус. В общем, я сам свой провод отпилил. Были искры, огонь. Завтра буду ремонтировать. Пришлось даже переноску включать, потому что уже ничего не видно. В принципе, 4 часа непрерывной работы. Нормальная пила. Вот столько вот веток перепилили этой пилой. Это просто офигеть. У меня даже в камеру объектив не помещается. И ничего, нормально. И вот уже начала тупиться цепь. Всё. Затупилась пила. Цепь надо точить. Вот так вот забивается. Может даже смазка не идти. Вот это все надо чистить. Убирать всю цепь на заточку. Отдадим, сами не будем точить, нафиг надо, не умеем пока. Сейчас почистим. У меня вот есть 18-я шина от штурм и две цепи к ней. Можно попробовать поставить. Масло с редуктора надо будет, наверное, слить. Сейчас я пилить пока не буду. Да. Попробуем, подойдет штурмовская или нет. О, никаких проблем. Шина подходит. Шину можно поставить другую. Обязательно. Ну-ка, они, кстати, хоть подходят. В принципе, они совпадают, что единственное, только здесь потоньше, это потолще, мне кажется, немножко. Но не беда, можно и 18-ю шину поставить, попробуем.